Итак, друзья, я разобрался, чем же новый Mi Band 7 лучше старого Mi Band 6 и почему так быстро садится батарейка, друзья. Дело в том, что вот этот вот новый Mi Band 7 постоянно, значит, проверяет ваш пульс. Делает он это автоматически, прошу прощения, у вас ничего не спрашивая, просто сам берет и меряет. Это я заметил, когда был на тренировке, заметил, что пульс, вот это значение, думал, что это просто последнее значение, да, которое у меня было на пульсе, но нет. Друзья, причем, смотрите, вот здесь вот график, прошу прощения, и на графике вот показан пульс. Вот справа, смотрите, если смотреть, то здесь вот у нас максимальное 124 пульс, здесь 59, это как бы... от которого начинается шкала, это как бы минимальный пульс. И вот здесь график, вот, он скакал от 59 до 124, вот. И время, друзья, смотрите, он уже сбросил, потому что сейчас уже 2 часа ночи, но, смотрите, он непрерывно, вот, в 12 часов, потом в час и вот в 2. Видите, график еще не доделан, потому что, хотя 2, вот такой вот именно график. Потом будет в 3 часа и так далее, видите, до 11 утра. Вот, от нуля, это так как сейчас 2 часа, вот, значит, 0 это 12 часов, я так понимаю, потом идет час и так далее, и 2 часа. Также, друзья, вот, собственно, и все, и вот так вот здесь еще можно прямо сейчас немедленно померить, но вот буквально-таки самое последнее измерение. Вот, я не знаю, насколько он замедленно показывает результат, да, вот этот вот, ну, такое ощущение, как будто там буквально на несколько минут. То есть он каждые несколько минут проверяет пульс, и это достаточно круто. И ничего не надо настраивать. Все из коробки вот просто вот я достал, и потом заметил на тренировке только. Так что вот так вот, друзья, не знаю еще, что сказать, что добавить. Очень круто, очень классно, но очень быстро садится батарейка. Смотрите, вот сегодня было только, ну, вчера как бы уже 2 часа ночи сейчас, да, но вот вчера я зарядил. Было 100%, сейчас 63%. 63, Карл. За один день 37%, Карл. Черт возьми. Но зато регулярно измеряет пульс. Регулярно. Вот сейчас он даже измеряет, видите, уже новый результат. Это потому, что я пальцем держу, и вот он. Постоянно, вот если его положить, он будет вот так вот, видите, мигал, все, перестал. Это вот он так замеряет. Вот, собственно, и все, друзья. Не знаю еще, что сказать. Но батарейка садится. Возможно, эту функцию можно отключить, но я пока не знаю как. Поищу, может быть, отключу. Но мне она понравилась, потому что действительно интересно, какой у тебя прям пульс сейчас, и так далее. И в какой момент он скачет, да, когда вот там. Друзья, ну вот, собственно... И все. Вот такое замечание. Надеюсь, вам было интересно. Всем пока. До свидания.